В Анапском парке военной техники прибавление. Сегодня здесь установили бронетранспортер. По поручению главы Анапы Юрия Полякова парк под открытым небом на Симферопольском шоссе пополняется выставочными экспонатами. Сегодня рядом с самолетом Су-27 на бетонный постамент установили БТР-70. Обойти, ревизию сделать. Потом его надо ровно поставить с двух сторон. Оттуда, отсюда и посредине вот там. Да, понял. Ну прям по центру площадки. По центру площадки, чтобы люди могли вокруг двигаться. Бронетранспортер привезли из станицы Кущевской. Из Новочеркасска на днях прибудет еще один экспонат – 85-миллиметровая пушка. Напомню, что недели ранее в парке появился разобранный на части самолет Су-27. В сборке оказали помощь специалисты крымской авиабазы. До конца этой недели на корпусе освежат покрытие и к празднику 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков боевая единица предстанет во всей красе.